Конструктивизм, конструктивизм, направление в искусстве, конструктивизм, абстрактная наука, изучающая конструктивные построения, социальный конструктивизм, социологическая и психологическая теория, изучающая процессы социопсихологического конструирования социальной реальности в человеческой активности, экономический конструктивизм, экономическая теория, изучающая процессы социально-экономического конструирования с экономической реальности в человеческой активности, конструктивизм, эпистемологические подходы, в которых познание воспринимается не как отражение, а как активное построение интерпретации мира субъектом. Радикальный конструктивизм, эпистемологический подход, согласно которому знание принципиально не может соответствовать объективной реальности. Конструктивизм, теория и подход в этнологии, этнографии, культурологии, социальной и культурной антропологии.